Ход восстановительных работ в деревне Тувси Цивильского района проверил министр транспорта и дорожного хозяйства, председатель правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Михаил Янковский. На объекте продолжается демонтаж разрушенных конструкций. Предварительно через 10 дней разбор должен быть завершен. После этого строители приступят к возведению нового кирпичного жилого дома. Министр также проинспектировал ход отделочных работ в квартирах в поселке Опытный. По заверению подрядчика, жилье для временного заселения пострадавших будет готово к 26 января.